Хотят покататься. Покатались? Да, еще как. Подростковый азарт, небывалый оптимизм и доля юмора. На первый взгляд с трудом верится, что байкер, который местами ехал со скоростью 160 км в час, получил права в советскую эпоху. 60-летнего нарушителя мотоциклетный батальон ГИБДД преследовал с улицы Мусина. До улицы Тукая они доехали за считанные минуты, хотя их путь пролегал через мост Миллениум и поселок Борисково. Но вы же взрослый вроде человек. Ну я взрослый, да. Хотелось. Куража поймать. А? Куража поймать. Вместе с куражом ночной гонщик поймал и штраф на кругленькую сумму. Неподчинение инспекторам полиции, проезд на красный сигнал светофора, езда по тротуарам без автодокументов, а также еще ряд нарушений обошлись байкеру почти в 13 тысяч рублей. И это еще не считая технических неисправностей, добавляют полицейские. Составив протокол, пенсионера отпустили, а его транспортное средство эвакуировали на штрафстоянку. Из Малатыпова Сергей Ткаленко, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.